19 марта, день рождения, празднует человек, который не раз спасал этот мир. Известному голливудскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет. А человеку, приехавшему спасти Мурманскую область, нашему губернатору, в этот день исполнился 41 год. Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Будучи студентом, он женился на Евгении Романовой, которая сейчас считается первой леди Заполярья. Пройдя долгий профессиональный путь, Андрей Чибис в 2019 году приехал в Мурманскую область, чтобы вывести наш регион на новый современный уровень.